Привет, с вами канал веломагазина «От винта» и я Константин Черняков. Продолжаю вас знакомить с новыми линейками велосипедных брендов в 2024 году. И в этот раз расскажу о велосипедах Vailed. Если пропустили, посмотрите предыдущее видео о наших ожиданиях от бренда Stark. Вернемся к Vailed. Эти велосипеды изготавливаются в Китае для российской розничной сети Кант на хороших фабриках, где собирают велосипеды высокого уровня. Наш магазин работает с этим брендом с 2016 года, и мы очень довольны подходом по компоновке и качеству сборки. В 2023 году этот бренд совершил рывок в своем развитии. От многих покупателей мы получили восторженные отзывы и много запросов на более дорогие модели. Но не всем мы смогли удовлетворить, к сожалению. В 2024 году линейка поменялась незначительно, она слегка улучшилась. У рейнджеров поменялись ободья, теперь они будут совместимы с бескамерными покрышками. Также уменьшилось количество зубьев у ведущей звезды в системе шатунов. В женской линейке появилась новая модель Edelweiss 3.0 HD на однозвездной системе и воздушной вилке. У Raven 2.1 вместо тройника спереди будет двойник, а задний переключатель теперь будет Shimano Altus. Ridge 1.1 обретет новую кассету вместо трещотки, а вилка теперь будет с алюминиевыми штанами. Еще хочу отдельно остановиться на линейке Gravel. В 2023 году мы привезли модель G90 на трансмиссии 1:9 Microshift на дисковой механике на осях с карбоновой вилкой. Тогда это была наша топовая модель. А сейчас, ввиду повышенного интереса к такому типу велосипедов, компания изготовила еще две модели с гидравликой G100 и G110. С пистолетами, переключателями и тормозами Shimano GRX. G100 получит 400-ю группу, а G110 – 810-ю. И рулить теперь будет флэр на 20 градусов, широкий нижний хват. Ну и ободья также станут тюблис реди. Следите за нашим сайтом, мы уже начали выкладывать модели велосипедов со спецификациями. Цены указываем пока ориентировочные. Также можно связаться с нами для заказа или резервации определенной модели. Под видео в описании будет размещена ссылка на все велосипеды Vailed 2024 года. На этом у меня все. В следующем видео расскажу о новых опциях оплаты. Пока!